Зима – добавка для тестостерона со скидкой в 37%. Переходи по ссылке под видео. Зима – самый популярный бустер тестостерона, то есть витаминно-минеральная спортивная добавка, стимулирующая выработку собственного тестостерона. С возрастом его секреция снижается, что приводит к снижению сексуальной активности. А тем, кто занимается бодибилдингом, тестостерон просто крайне необходим для наращивания мышц. Можно компенсировать дефицит собственного тестостерона приемом стероидов, а можно воздействовать на организм натуральным способом. Как раз для решения последней задачи и предназначен комплекс ЗМА. При достаточном потреблении белков и полезных жирных кислот ЗМА значительно помогает в увеличении мышечной массы и силы. Кроме того, добавка способствует более глубокой релаксации организма во время сна. В состав комплекса входит запатентованная комбинация цинка, магния и витамина В6. Магний участвует в синтезе белка и способствует значительному увеличению силы мышц. В своей книге «Фактор тестостерона» доктор Шафик Каадри отмечает, что цинк является неотъемлемой частью роста клеток и главным строительным компонентом для молекул тестостерона. Он повышает активность сперматозоидов. Аспаргиновая кислота помогает организму усваивать углеводы, повысить иммунную систему и выносливость, а также способствует уменьшению утомляемости. Сочетание витамина В6 с аспаргиновой кислотой оказывает дополнительный анаболический эффект на мышцы. Эти микроэлементы теряются во время интенсивных физических нагрузок, и чтобы выполнить необходимые запасы организма, достаточно одной капсулы ЗМА в день. Пользу от использования добавки можно уложить в 3 предложения. Повышает уровень тестостерона, особенно в зрелом возрасте. Способствует ускоренному восстановлению нервной системы, снижает вероятность мышечных спазмов. Эта формула была разработана компанией SNAC System в 1999 году, и с тех пор ЗМА является лидером среди натуральных стимуляторов тестостерона. Никаких побочных эффектов. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч!